Қайырлы күн тағы да спорт сүйер қауым назарларыңызда. Астана қаласында өтіп жатқан ETF 25 турнирі, президент кап, және бүгінгі жұптық ойындарымыз бастауын алады. Алена Фале және Лаченко жұбына қарсы бүгін біздің жерлесіміз Дана Байдәулет және Дмитрий Ченко екеуі бақ сынасады. Ендеше құрметті көрермен назарларыңыз бізде болсын, тартысты ойындарға куә боламыз деген ниеттеміз. Және айта кететін ақпарат, бұл жұптан кейін тағы да бізде сағат 16:00-де кезекті жұптық ойын басталады. Мәселен, Арсланбек Айтқолов, Ислам Орынбасар, жұптық сында Даниил Глинка және Карл Сарға қарсы өнер көрсетеді. Енді алаңда жүрген 4 спортшы жайлы кішігірім ақпарат беріп өтейін. Алена Фалей, жасы 19 жастағы спортшы, тенниске 5 жасында келген, және ол жастар арасында 23-ші рейтингте, яғни 2021-ші тіркелген рейтинг көрсеткіші бойынша, ал үлкендердің арасында аталған спортшы, яғни ересектер сатысында 460-ші рейтингте орында екен. Ал біз кезекті оның әріптесін қарайтын болсақ, Полина Лаченко, 19 жаста, тіпті тенниске 4 жасында келген екен, өте тамаша. Балаларда рейтинг сатысында 26, ал ересектер арасында 422-ші орында екен. Ал қазақстандық спортшылар Дана Байдәулет 18 жаста, білесіздер, және джуниор санатындағы рангта, және ол 180-ші рейтингте. Ал ересектер арасында енді ғана қадам басып жатыр. Әзірше 1959-шы сатыда екен. Оның жұптасы Екатерина Дмитриченко болса, жасы 21-де. Аталған тенниске 10 жасында келген спортшы. Және ересектер арасында 723-ші рейтинг тіркеген екен. Тамаша рейтинг. Ал оның ең үздік көрсеткіші сынау 2019-шы жылы болған екен, ол кезде 165-ші рейтингті ұстаған. Ендіше құрметті көрермен, кездесуіміз бастауын алды. Қазіргі сәтте мінекей алғашқы ұпайға Дана Байдәулет және оның әріптесі жетті. Мінекей Дана Байдәулет, назарларыңызда, қарға бойлы спортшы, айттық қой, жасы 18-де. Енді ғана ересектер арасында қадам басып жатыр ETF турнирларында. Бүгінгі Астана қаласында өтіп жатқан кездесулер өз мәресіне жетуге тағы бір кездесу қалды. Жаңаған айтып өттім, тамаша Дана Байдәулет әдемі соққысымен көзге түсті. Аут 30-0. Қазақстандық спортшылар өте жақсы көрсеткіш көрсетіп келеді. Тамаша. Сәтсіз. Және 40-0. Біздің спортшыларымыз айқын басымдылықпен алдыда келеді. Гейм. Тамаша. Біздің спортшыларымыз алғашқы сеттегі алғашқы пайына жақсы қол жеткізе білді. Салқын қанды түрде өз ойындарын сәтті көрсетіп шықты. Ал енді олардың қарсыластары допты қосатын болады. Мейлінше сауатты ойнағаны үшін. Қазір енді біздің спортшыларымыз өзара ақылдасып, жақсы нәтижеге қол жеткізетініне кәміл сенімді. Көрейік.
Аут. 15-0. Фалей. Латченко, Жубо. Смеш, браво. 30-0. Сәтсіз тағы да. Ой, тамаша! Дмитриченко. Әдемі қимылдады. Тосқауыл бола білді. 30-15. Дана Кайтер Алмада. Гейм. Бірде бір. Фалей және Латченко жұбы есепті тез арада теңестіре білді. Не назарларыңызда Латченко. Полина. Қарсыластарына қарсы сауатты ойнағысы келеді қалайда. Көрейік. Қазір кезек. Дана Байдәулет және Дмитриченко жұбында. Дана. Тамаша бәқін соқысы бар Дананың. Мінекі тағы да жауап қайтарды. Аут. 15-30. Дана. Сәтсіз тағы да. Дана өз мүмкіндігін мүлт жіберіп жатыр. Қарсылас тағы да кері қайтарады. Аут. Гейм. Фалей және Латченко жұбы 2-1 есебімен алдыға шықты.
1xbet – спонсор спортивных эмоций. Көрсетілуміздің демеушісі 1xbet букмекерлік кеңсесі 1xbet спорттағы керемет эмоциялар үшін. Қазіргі сәтте Лаченко фалей жұбы допты қосады. Екіде бресебен алғашқы сәтте аталған спортшылар алдыда келеді. Тамашалайық. Аут, я. 15-0. Аут, тогда. 30-0. Фалей Лаченко жұбы. Өте керемет өнер көрсетуде. Рик. Карахта 15. Тамаша лайк. Аут. Және гейм. Фалей Лаченко жұбы. 3-те бресемен алдыға шықты. Дана Байдаулет, Дмитрий Ченко. Өз мүмкіндіктерін қосуға тұрсады. Назарларыңызда Лаченко. Керемет қайтарып жатыр. Және 15-0.
Тамаша. Я, Дана. Өз мүмкіндігін сәтті орындай білді. 15-те 15. Спортшы өз деңгейінде. Көрейік. Фолс. Бұрыс соққа. Кері қайтаруда қайтадан. Тағы да, ай-ай, осы жолы сәтсіз. Сәтсіз аяқталды. Алиона Фалей назарларыңызда. Қырықта 15. Керемет соққылар. Тағы да тамаша қайтара білді. Сәтсіз. Және гейм, құрметті көрермендер. Кезекті кездесуде Фалей және Латченко жұбы өзара басымдылықты алып келеді. Ал біздің спортшыларға қазір барынша сауатты ойнаған жүн. Алғашқы сет бойынша есеп 4-1. Фалей Латченко жұбы алды да. Один Xbet, спонсор спортивных эмоций. Кездесу жалғасады. Көрейік.
Және... Қазіргі сәтте Фалил Ачинка жұбы 4-1 есебімен алғашқы сетті алды да келе жатыр. Тағы да қайтарады. Аут. Қазіргі сәтте есеп 0-30. Дана Байдаулет және Дмитрий Ченко жұбы қалайда есеп айырмасын қысқарту керек. Я 15-15. Қазір неке 40-15 есебімен Фалил Ачинка жұбы алды да. Жалпы енді алғашқы сетті жеңіске жету үшін аталған спортшылар барын салып жатыр. Алды ана мінекей кезекті соққысы. Жұптық сайыста кезекті кезеңге шығу үшін бүгін қалайда жеңіске жету керек біздің спортшыларымызға. Я, тағы да енді мүмкіндікті көретін Дана Байдаулет. Гейм 5-1. Алғашқы сетті сәтті аяқтауға Фалей және Лаченко жұбы жақын. Біздің спортшыларымыз жөнді өнер көрсете алмауда. Көрейік. Кері қайтарды. Тағы да бір соққы болуы тиіс. Сәтсіз соққы. Дана. Қазірге соққысы фолс. Қазір кезекті соққы қосу сәті. Дмитрий Ченко қабылдаушы қазір. Ой, Дана, тамаша. Әдемі жауап тұр беріп жатыр, қараңыздаршы. Өтті жойқын соққы және смеш. Я, 0-30. Фалей және Лаченко қарсыластарына тіпті қазір құрын көрсетер емес, шыны керек айқын басымдықпен алдыға шықты. Егер тағы да бір сәтті өнер көрсететін болса, Фалей және Лаченко алғашқы сетта жеңіске жетуге жақын. Дана Байдаулет біздің ең жас спортшы. Осы Астанадағы турнирде жақсы жолы болса екен дейсің. 15-30. Дана. Бірақ осы жолы я Лаченко Фалей жолы болмады. 30-30. Аутқа соққан екен соққына Лаченко.
15:40. Тамаша гейдер келтірді, браво. Я Дмитриченко. Өзінің ойынын ақырындап саралап келеді, 30:40. Және тағы да. Қазір біз 40-40, я есептеңескен байқадық. Фалей қателесуде. Алғашқы сетті кім сәтті аяқтар екен. Әзірше Дана Байдәулет, Дмитриченко жобы. Допты қосу керек. Осылайша есеп айырмасын қысқартты. 5:2. Дана Байдәулет және әріптесі Дмитриченко. Ары қарайда жақсы ойынды жалғастыру керек. Один эксперт. Спорттық эмоцияларының демеушісі. Көрсетілім демеушісі 1xbet букмекерлік кеңсесі 1xbet спорттағы эмоциялардың, атмосфералардың демеушісі. Қазір 5:2 деген есеп, әзірше Фалей және Полина жұбы алды да келеді. Аталған спортшылар енді бар күшігерін таңыту үшін тұрысып бағады. Жалпы енді айта кетейік, аталған спортшылар алдағы қойған мақсаттарына жету үшін барын салады. Және біздегі екінші кортта соңғы ойындардың бірі сағат 16:00-де бастауын алады. Арсланбек Айтқұлов, Ислам Орынбасар жұбы. Эстониялық Даниэль Глинка және Карл Сарға қарсы кездесу өткізеді. Қазір теннисшілер допты қосуға жақын. Көрейік. Сәтсіз. Он без тенер, Фалей және Лаченко жұбы. Керемет өнер көрсетуде. Полина Яценко және Фалей жұбы алдыға шығып келеді. 30:0. Дмитриченко назарларыңызда. Топты қабылдап алушы. Көрейік.
Сәтсіз және айқын басымдықпен алға шықты. 40-0. Гейм алуға жақын. Егер алғашқы сетті сәтті аяқтайтын болса, онда біздің спортшыларымызға кезекті кезеңде, яғни екінші сетті барын салып өнер көрсету керек болады. Білесіздер, ерітілген жағдайда жарыс жолын ерте аяқтайды. Бұл және жұптық сын. Фолс. Ой, тамаша жауап қайтарған еді. Дмитриченко форхенд соққысы жойқын болды. 40-15. Тамаша. Және фалей мінекей. Допты қосуға дайын. Әзірке фолс. Сәтсіз. Я. Қазіргі сәтте алғашқы сет бойынша жеңіске жеткен фалей Яченко жұбы өте керемет өнер көрсетіп шықты. Алғашқы сеттің қорытындысына назар аударыңыздар. 6-2. Өте керемет артысқа толы кездесу армен қарай жалғасады. Ал мен сөз кезегін әртпесіме беремін. Көрсетіліміздің демеушісі Адин Экспект букмекерлік кеңсесі және есеп 6-2. Адин Экспект. Спорттық эмоцияларының демеушісі. Возвращаемся на второй корт Национального теннисного центра. Алена Фалей и Полина Яценко. Крупным планом на ваших экранах сейчас Полина. 6-2 выиграли девчонки первый сет у Даны Байдаулет и Екатерины Дмитриченко. И вот как раз Катя начинает второй сет своей подачей. Ошиблась сейчас Дана в игре с лета у сетки. 0-15. Полина Яценко. Сейчас с лета очень четко сыграла. 0-30. Сразу же наши девочки повисают на своей подаче. Катя Дмитриченко подает. 0-30. Ошибается сейчас на приеме Алена.
15:30. Вновь ошибается с лёта у сетки Дана Байдаулет. 15:40. Двойной брейкпоинт у Алены и Полины. Полина сейчас принимает. И неудачно. 30:40. Первый брейкпоинт отыгрывают наши девчонки. Еще один в активе у Фалей и Яценко. Шикарный наряд у Полины в этом матче. Наверное, я бы сказал, самый красивый из тех, которые мы сегодня видели на девушках. Сейчас Дана сыграла с лёта безукоризненно. Отыграла второй брейкпоинт ровно. Катя Дмитриченко продолжает подавать. Сейчас очень хорошо было бы первым мячом подать. Еще бы два раза подряд. Алена Фалей на наших экранах. Сейчас именно она на приеме. Пыталась сильно и глубоко под заднюю подать. Принять, точнее, Алена. И мяч улетел в аут по длине. Молодцы Дана и Катя. С 15:40 вытащили они первый гейм во втором сете и повели 1-0. Очередь Алены и Полины сейчас подавать. Сейчас посмотрим, кто из них это будет делать в этот раз. Полина Яценко на подаче. Сейса начинает Полина. Вот и 30-0. Вновь первым мячом подала сейчас Полина. И на приеме ошиблись казахстанки. Аут после форхенда Даны Байдаулет. 30-0. На подаче Полины Яценко. Хорошо заняла позицию сейчас у сетки Алена Фалей. И именно ее игра с лета помогла сейчас выиграть очко, а вместе с ним и гейм. 1-1 сравняли россиянки. И Дана сейчас будет подавать. Прямо на ракетку Екатерине Дмитриченко прилетел мяч, но
укротить она его не смогла. Отправила в сетку, позволив Алене и Полине повести в этом гейме на подаче наших девчонок. 0-15. Продолжает Дана Байдаулет подавать. Екатерина великолепно сейчас абсолютно правильную позицию заняла, перекрыла все возможные линии атаки и слета в этот раз четко сыграла этот мяч. 15-15. Попала, по-моему, первым мячом сейчас Дана. Вторая подача. В этот раз пробивает Полина защиту Кати Дмитриченко, не мудрствуя, лукаво, просто в тело пробила Полина. Катя была, конечно же, бессильна. Если первый мяч она отразила, успев среагировать, то второй был настолько сильный удар, что буквально уворачивалась Катя от мяча. Очень агрессивная такая защитная стойка у сетки у Кати Дмитриченко. Ай-яй-яй, Катя, Катя, Катя. Решилась она на то, чтобы поймать этот мяч с лета, но обработать не смогла. 15-40. Вновь двойной брейкпоинт у Алены и Полины. Алена Фолей на наших экранах. Что-то развеселило Алену. Ну, приятно видеть красивых улыбающихся девушек на корте. В аут летит первая подача Даны. Неужели промазала сейчас этот смеш Алена? Ну, да, улыбается даже. Как же это я смогла такой мяч промахнуться. 30-40. Первый брейкпоинт отыгрывают наши девушки. Дана на подаче. Катя показывает, какая комбинация сейчас будет разыграна. Руководит игрой Екатерина. Да, она умница. Отбилась в защите. Удержать нужно мяч сейчас в игре. Аут. Молодчина. Именно за счет активных действий в защите Даны Байдаулет сейчас сравнивают счет наши девчонки. И ровно. Решающее очко будет разыграно сейчас. Договорились девчонки о комбинации, которую сейчас будут играть. Побежала Катя к сетке на свое место. Итак, первая подача. Дана Байдаулет.
Ваут, к сожалению, улетает. Первая подача Даны. Вторым мячом будет подавать. Кате нужно повнимательнее сейчас, потому что Полина может атаковать, что она и делает. Но справляется с первой атакой Катя. Пошел обмен ударами с задней линии. Увеличивает угол атаки Полина. Но справляется Дана. Браво! Екатерина на чеку. Умнички, девчонки. 2-1 повели во втором сете. Дана Байдаулет и Екатерина Дмитриченко. Так держать. Спонсор трансляции — букмекерская компания 1xbet. 1xbet. Спонсор спортивных эмоций. Один эксперт. Спорт по эмоциональным гибельшися. Один, два. Догоняют Алена Фалей и Полина Яценко. Во втором сете наших девчонок — Дану Байдаулет и Екатерину Дмитриченко. Побольше крупных планов. Вот такую просьбу наши телезрители высказывают съемочной команде Тимура Сисикеева. Алена Фалей на подаче. 1-2. Догоняют россиянки. Хороша Полина в игре с лёта у сетки. Все держит под контролем. 15-0. Сорвался сейчас мяч с ракетки у Алены. 15-15. На приеме ошиблась по длине Дана. 30-15. Очень сильный и очень неточный прием получился у Кати Дмитриченко. 40-15. В ауте была первая подача у Алены. Это двойная ошибка. 40-30. Сейчас нужно Кате хорошо сыграть на приеме. Прием получился не самого высокого уровня, но достаточным для того, чтобы ошиблась с лета Полина Яценко.
Дана Байдаулет и Екатерина Дмитриченко сравнивают счет. И сейчас есть возможность сделать брейк у наших теннисисток. Ровно продолжает подавать Алена. Хороша сейчас Полина в игре с лета у сетки. Застала врасплох она Екатерину. И сравнивают счет россиянки. 2-2 во втором сете. Катя сейчас будет исполнять свою подачу. Аут. Аут был сейчас у Полины. Она с этим не согласна. Но тем не менее. 15-0. Не поменяет свое решение судья. Системы Hawk-Eye на этом уровне соревнований не предусмотрено. Поэтому любые споры с арбитром бесполезны. Ну, так только, если выпустить пар. А, вот был сейчас у Алены. 30-0 на подаче Кати Дмитриченко. Ошиблась сейчас Катя в попытке перевести по линии с форхенда. 30-15. Вновь ошибается по длине Катя. По 30. Сравнивают счет Алена Фалея и Полина Яценко. Не попала первым мячом Катя. Вторая подача. Не вовремя. Двойная ошибка. И брейкпоинт у Алены Фалей и Полины Яценко. Создали себе сами проблему в этом гейме Дана и Катя. Ну вот сейчас первым мячом нужно подать. Молодец, Катя. Подает первым мячом. Поувереннее можно было Дане с лету сыграть. Срывает бэкхенд Екатерина Дмитриченко. Реализует с первой же попытки брейкпоинт Алена Фалей и Полина Яценко. И выходят вперед, оставляя в догоняющих теннисисток из Казахстана. Напомню, что спонсор трансляции — букмекерская компания 1xBet. 1xBet —
спонсор спортивных эмоций. Один эксперт, спонсор спортивных эмоций. Асылжан Арстанбекова после своего матча сейчас пришла поболеть за подруг по команде. Пятнадцать ноль. Тридцать ноль уже. Счет на подаче Полины Яценко. Хорошая первая подача прошла у Полины. 40-0. От троса в аут улетает мяч. Вторая подача Полины. Эйс. Великолепно закрутила сейчас эту подачу Полина Яценко. И она превратилась в эйс. Гейм. Увеличивают свое преимущество во втором сете до 4-2. Алена Фалей и Полина Яценко. Дана Байдаулет сейчас будет подавать в нашей команде. 2-4 с брейком уступают теннисистки из Казахстана. Пятнадцать ноль. Ошибается на приеме Полина. Сейчас Алена Фалей принимает. Продолжает подавать Дана Байдаулет. Обманула сейчас. Обманула. Алена Фалей. Катю Дмитриченко. Катя побежала к центру сетки перекрывать кросс. Оставила линию абсолютно открытой. Ну и, конечно же, туда выстрелила Алена Фалей и не промахнулась. 15-15. Сейчас тоже нашла брешь в защите соперниц Полина Яценко. Прострелила на вылет с приема, с форхенда по линии. 15-30.
Аут был при исполнении подачи. Вторым мячом подает Дана. Супер прием от Алены Фалей, с которым не справляется Дана Байдаулет. 15-40, двойной брейкпоинт у россиянок. Шикарный, конечно, наряд у Полины. Интересно посмотреть, так я не смог разглядеть, какой бренд одевает Полину Яценко. Ну, выглядит очень красиво, ярко. Поздравляем Полину. Катя на чеку, умничка. Первый брейкпоинт отыгран. 30-40. На позитиве Алена и Полина. Ну, матч складывается в их пользу. Причем сколько-нибудь серьезных проблем наши девчонки пока не могут доставить россиянкам. Но вот сейчас вновь уверенная игра с лета у сетки. Катя Дмитриченко помогает отыграть два брейкпоинта ровно на подаче Даны Байдаулет. Нужно забирать этот гейм. Прием был шикарный, конечно, у Полины Яценко. Мощный, точный, но справилась с ним Дана Байдаулет. А вот вторую свою атаку Полина уже послала в аут по длине. Взяли гейм наши девчонки. Сократили разницу в счете до минимума. Но по-прежнему с брейком впереди Алена Фалей и Полина Яценко. 4-3. Спонсор трансляции 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Один XBet, спонсор спортивных эмоций. Россиянки будут сейчас подавать. Первыми они выходят на боевые позиции. В этот раз очередь, по-моему, Алены Фалей подавать. Да, Алена на подаче. Дана на приеме. И у сетки Полина и Катя. Полина уверенно очень играет с лета. Угадала она направление атаки Даны Байдаулет. И четко укротила этот мяч с лета.
15-0. Хороший прием от Кати Дмитриченко. И 15-15. Казалось, не готова к нему Алена. А вот сейчас Катя подловила Полину, которая думала уже, что все, а розыгрыш в их пользу. Играла с лета Полина, казалось бы, уверенно, но Катя, благодаря идеально выбранной позиции, встала непреодолимой преградой на пути этого удара с лету. И 15-30 был счет, но вот сейчас сравнивают вновь россиянки по 30. Продолжает подавать Алена. Аут. Вторая подача. Хороша, Катя, с лета великолепно, но следует отметить прием у Даны Байдаулет. Получился шикарный просто. А дальше уже с лета не подвела Катя Дмитриченко. Сложный мяч сыграла. Брейкпоинт. Нужно сравнивать счет во втором сете. Алга, Казахстан. Первая подача будет, потому что мяч опустился в нужный квадрат после того, как коснулся сетки. Катя сорвала прием сейчас. Сама не понимает, что вынудило ее допустить такую ошибку. Ровно. В этот раз такой бадминтонный розыгрыш. И Полина Катю в нем переиграла. 5-3. Выходят вперед с брейком Алена Фалей и Полина Яценко. Катя Дмитриченко на подаче. Обидно. Была неплохая возможность сравнять счет во втором сете, но наши девочки ее упустили. Но сейчас нужно взять свою, а уже в следующем гейме продолжить борьбу. Нужно бороться за победу. Ой-ой-ой, как же хороша Полина! Отличная атака по линии с форхенда. 0-15. Опять же, это Дана, которая играет у сетки на этой подаче своей соотечественницы, оставила брешь по линии. Именно туда вколотила мяч Полина. Пятнадцать-пятнадцать. Сейчас сравняли наши девушки счет. Ну, сейчас перекрыла линию атаки Дана. Ну, вот осталось только
ракетку под нужным углом подставить. А вот с этим проблемы возникли. 15-30. А вот теперь уже ошибается Екатерина Дмитриченко. 15-40. Двойной матчбол у Алены Фалей и Полины Яценко. Шикарно просто играет сейчас с лета у сетки Алена Фалей. И в красивом стиле, идеальным ударом с лета, завершает она этот гейм, второй сет и этот матч в пользу российской команды. Выходят в следующий раунд Алена и Полина. Поздравляем их с этим. Ну, а наши девчонки Дана Байдаулет и Екатерина Дмитриченко завершают свое выступление в парном разряде Кубка Президента ITF 2023. Давайте насладимся лучшими моментами сегодняшней игры. Мне остается только напомнить, что спонсор трансляции – букмекерская компания 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Через несколько минут здесь же, на втором корте, телеканал «Инспорт» продолжит свою прямую трансляцию. И у нас на очереди матч, который завершает сегодняшний игровой день. Вновь встреча первого раунда в парном разряде, но теперь уже у мужчин. Арсланбек Айткулов и Ислам Арынбасар, Казахстан, сыграют с эстонским дуэтом Данил Глинка, Карл Киурсар. Буквально через пару минут. Не отходите далеко от ваших экранов. Ну а пока наслаждаемся красивыми теннисистками. Как же они великолепно смотрятся на ярком, идеальном втором корте Национального теннисного центра в Астане. Алена Фалей и Полина Яценко. Во втором раунде Кубка Президента ITF 2023 в парном разряде. К сожалению, Екатерина Дмитриченко, ну и ее партнер Дана Байдаулет, свое выступление здесь завершили. Желаем удачи нашим девчонкам в их дальнейшей карьере. Побольше побед, поменьше поражений, без которых, как мы знаем, побед не бывает. Мы в любом случае будем всегда за вас болеть.